Кирове заметно подорожали продукты. Рейтинг самых больших скачков цен составили специалисты Кировстата. Они же опубликовали список того, что сейчас покупать выгодно. Подробности далее. Эфир продолжает рубрика «Короткой строкой». В Кирове помидоры подорожали на 77%. В половину стали дороже огурцы. Об этом сообщили в Кировстате. Помимо этого, в цене прибавили апельсины, яйца, сливочное масло и черный чай. В то же время отметили, в ведомстве доступнее. По сравнению с летом стали крупы, сахар и лимоны. Достраивать детский космический центр не на что. Такой вывод сделали в контрольно-счетной палате. Сейчас область должна застройщику 48 миллионов рублей на отделочные работы. И ввод в эксплуатацию по планам хотели потратить еще 63 миллиона. Однако, по некоторым данным из бюджета, соответствующая строка исключена. Вероятно, власти надеются на поддержку Москвы. Напомним, ранее сообщалось, что детский космический центр сдадут к 1 декабря этого года. На вокзале появился Wi-Fi. Подключиться к беспроводному интернету теперь можно в центральном кассовом зале, пригородном павильоне и в залах ожидания. Как долго сидеть в интернете, пассажиры и посетители вокзала решат сами. Ограничений по времени пользования сетью нет. Кировчан приглашают на ярмарку выходного дня. Она развернется в эту субботу на перекрестке Сурикова и Калинина. Продавцы предложат продукты, одежду и обувь. Киров с концертом приедет Михаил Бублик. Его имя еще только набирает популярность, но творчество Бублика уже оценила Примадонна и другие мэтры эстрады. Сейчас его песни звучат по радио, он выступает на лучших площадках страны, а в гастрольный график певца входят крупнейшие города России и СНГ. Я сам этот выдумал мир вопросительный, ночное порой. Привет, Киров! 16 ноября увидимся в филармонии в 19:00.